Тупов, передача здесь хорошая. И можно здесь убегать, выход с ноль. Горбунов! Нужно решать 1-0. Белые медведи вот так сразу начинают с места в карьере и открывают счет в этой матче. На 28-й секунде Егор Горбунов. Сейчас бросок, там брак. Ну да. Лучше бы Киржаков не блокировал, и вот прерывает сухую серию. Никита Телегин. Телегин здесь на Киржакова, и там совершенно один Киржаков может решать. Отдает передачу, и Владислав Юсупов. 2-1. Белые медведи выходят вперед. Потеряли здесь снайперы. Просто ошибка позиционная. Проброса не будет здесь. Маградзе первый на шайбе. Отдает на пятак. И 2-2. 2-2. Белые медведи безобразно здесь действуют вновь в обороне. Сами себе привозят этот гол. Слету здесь и чуть был. Момент, гол, забивают белые медведи. 3-2. Доели медведи. За 6:33 вновь выходят. Команда белые медведи играет в полном составе. Щеглов, ну не нужно торопиться здесь Михаилу Щеглов. Бросок, и точку ставит Михаил Щеглов. 4-2, сложнейшая победа белых медведей. Вторую игру подряд 4 гола забивают челябинцы. Победу одержала команда «Белые медведи».